Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. На Гомельщині стартувала відкрита громадсько-патріотична акція «Моєй країні 2017». У обласним центрі відзначили день вшанування ветерана у Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Самую пригожую супрацовницу вибрали на хімзаводі. Каля тисячі удзельнікаў собрала відкриття нового велосезону у Гомелі. И больше подробязно об гэтыми не только. На Гомельщине стартовала открытая громадско-патриотичная акция «Моей краине 2017». Першими яе сустрели жыхары Хойнікаў. За ходом мероприемства сачылі наши корреспонденты. На протягу года областная акция «Моей краине» пройдет во всех районах в области. То, что она начинается миновито у Хойниках, нельга лишить выпадковостью. Хойницкий район – один из наибольш потерпелых у вынику аварии на ШС, с долю отродиться. И зараз демонструя далеко не самые горшие показчики развития. Але и забывать про эту трагичную сторонку истории нельга. Жалобный митинг каля монумента отселенным вёскам не просто напомин об наступствах Чернобыльской катастрофы, але и заклик до сучасной молоди. Жить необходимо так, каб не покидать после себе руины и мертвые города. По сутности и головная задача областной акции «Моей краине» – объединять махчимости громадских организаций и политичных партий для дальнейшего расцвета Беларуси. У нас у каждой организации, у каждой партии есть свои цели, свои задачи. А вот такое, чтобы общее, чтобы мы могли вместе собраться, могли вместе что-то обсудить, могли вместе что-то такое сделать и так далее. И вот была такая идея сделать акцию «Моей краине». И, конечно же, общественные организации будут что-то свое придумывать. Вот я знаю, что «Белая Русь» готовит очень такой интересный, как агитпоезд. Это будет у них и подключают медицинскую общественность для обследования пульмосканы, консультации узких специалистов, врачей. То есть вот в рамках этой акции все возможные мероприятия такие будут проходить. Идея проведения акции «Моей краине» народилась на Гомельщине и покуль она проходит только на территории нашей области. Причем, коли летось удельники робили добрые справы и поведомляли про это у интернете, все лето акция пройдет у новом формате. На протягу года у каждом районе отбудутся массовые мероприемства с уделом мясцового насельніцтва, грамадскіх арганізацій і палітычных партый, уключаючы іх мясцовыя філіялы. С 2014 года в социальной сети ВКонтакте была создана группа «Хойнікскі районы совет пионерской организации», в котором освещаются все проделанные дела, которые сделали пионеры. Она пользуется большой популярностью как у подростков, детей, так и у взрослых. Акция «Моей краине» разнобаковая и предугляживая проведение самых разностайных мероприемств. От показательных выступлений у байкеров, у тымлику с мясцовых мотоклубов, до акций районных отделов Министерства по надзвычайных ситуациях. Ганарымся, что научили. Гэты слоган сегодня напэўна ведая пераважная большасць жыхароў Беларуси. Не просто зарабить дзяцінства бяспечным, але и научить самих детей поводзінам подчас надзвычайных ситуаций. Для выратавальнікаў гэта одна из галоўных задач. Андрею Винишанку 9 годов. Под час акции ён упершыню надел сапраўдны костюм пожарного и сустрелся с супрацовниками МНС. Кажа, что хоть спецодение для его крыху тяжкое, и он все ровно вельми задоволены, бо доведался шмат цікавага и корыстного. Как пожарники тушат пожар, какую они одежду носят, из чего состоит огнетушитель. Областная акция «Моей краине» – это не только разностайные корыстные мероприемства, але и обовязково подарунки. От областного объединения профсоюзов, одной из мясцовых установ культуры – сучасный компьютер. От республиканской пионерской организации Хойницкому райвыканкаму – сертификат на дитячую гульнявую пляцовку. На протягу опошних трех годов у этом районе означается становчая демографичная динамика, коли нараджальность превышает смяротность. У сувязи с гэтым не только будуется новое жилье, але и створается отповедная социальная інфраструктура, у тым ліку для адпачынку. Новую дзіцячую гульнявую пляцоўку ўсталююць каля адной з сярэдніх школ. У гэтым мікрараёне шмат маладых сем'яў, а таму падарунак павінен быць запатрабаваным. Детская площадка будет установлена около средней школы номер 3 в молодом микрорайоне, где много детей. В самой средней школе учатся более 700 детей. И мы думаем, что она действительно будет востребована, так как здесь молодые семьи, как правило, проводят время со своими детьми и будут играть в том числе на этой детской площадке. Инициатива по установке детских площадок вместе с Центральным советом пионерской организации будет продолжена.
Обласная грамадско-патриотичная акция «Моей краине» протягивается. Как чекается, 13 мая ее будет сустракать Брагинский район. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Хуйницкого района. Протягиваем выпуск. У Гомеля значили день ушанавання ветеранов Министерства по надзвичайных ситуациях. На урочистую встречу запросили каля 100 былых супрацовников. Подобное мероприемство проходит что год после того, как в 2011 году был выдаден указ об установлении дня ушановывания ветеранов пожарной службы. Керавництво областного управления выказывает подяку былым супрацовникам за шматгадовую пленную працу, головный выник якой – выратованное житие. Активисты областной ветеранской организации и сегодня не застаются без справы. Яны принимают удел у профилактичных акциях и працуют на керунку патриотичного выхования молоди. Большое подспорье, имея такой потенциал, такой опыт, почему бы его не передавать подрастающему поколению. Особенно вот детям очень много, они школы охватывают выступления. Именно по вот, и популяризации профессии спасателей пожарных, и также профилактика безопасности жизнедеятельности наших граждан. Напередодні 31-й годовины аварии на ЧАЭС у Гомель отбылся спектакль «Реквием» под назвой «Чернобыль». Усю гэта было не у во сне. Концертно-познавальная программа организована совместно предприемством «Кинотаур» и отделом эдукации, спорту и туризму администрации Новобелецкого района. У кинотеатра «Мир» прогучали кранальные верши и песни, школьникам показали кадры документальной хроники. Перед подрастающим поколением выступил ликвидатор наступства аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евген Самцов. Сегодня ее напошник, кто застался у живых со своего взвода. От сведки и непосредного удельника подеи 86-го года подлетки доведались про то, как проводилась эвакуация людей и дезактивация забрудженных территорий. Данное мероприятие направлено для того, чтобы наше молодое поколение более полно ощутило ту трагедию, которая произошла 31 год. И вот день памяти этой чернобыльской трагедии мы проводим такую акцию в кинотеатре «Мир». Клуб «Кинотавр» ко всем всевозможным историческим датам всегда проводит такие подобные акции в наших кинотеатрах города. У авторок другого тыдня после Великодня означается День поминания померлых або Радовница. Сёлета гэтая дата для обедвюх христианских конфессий припадая на 25 красавика. Само слово «Радовница» на старожитнославянской мове означает «радость». У гэты день верующие делятся с усопшими светлой весткой про воскресенье Христа. У свята Радовницы люди приходят на могилки, каб ушановать память померлых, поделиться с ними своей радостью. Однако некоторые распаўсюджаныя народные традиции святкование православная церква не подтримливая. Священнослужители тлумачат, что на могилке нельга приносить ежу и особливо спиртное. Это характеризуется как язычницкие поводины. Призываю всех, не только я, это церковь святая, призывает на Радоницу идти всегда на могилу, помолиться, вспомнить родственников хорошими словами. А уже если у нас там трапеза какая-то поминальная есть, то, естественно, переносить ее домой. Можно дома пришли, покушали, там вспомнили то же самое умерших, но никогда, ну, тому, что, я уже не говорю пить, есть даже на кладбище, как бы это не совсем пристойно и нормально. Нагадаем, что наведывание могилок у зонах отчужения и отселения у гэтые дни дозволено без специальных пропусков. Уезды открыты с 8 раницы до 17 годин. Громадянам необходимо иметь с собой пашпорт и документы на транспортный сродок про его наявности, каб означиться на одном с КПП по шляху руху. Варто памятать, что при наведывании могилок у зонах отчужения и отселения треба обовязково выконывать правила радиационной и пожарной безопасности. На заброшенной территории забороняют выпаливать смети, крыстаться водой из открытых крыниц, сбирать дикорослые и лековые рослины. Не рекомендуется брать с собой неполнолетних детей. При выезде с территории Полесского радиационно-экологичного заповедника будет ожитевляться радиационный контроль. У сувязи с Радовницей увесь особистый состав Дзяржаўтаінспекцыі Гомельской области 25 красавіка пераведены на узмоцнены вариант несения службы. Для забеспечения дорожного руху нарады ДПС максимально наближены до места упахаванняў, у тым ліку у зонах отселения, а так само выставлены додатковые нарады ДПС на автодорогах, где идет резкое повеличение транспортного потоку. У сувязи с организацией додатковых автобусных рейсов до могилок Асаўцы, Рандоўскія, Паўднёвы,
новые стукачевские. Завтра у Гомеля с 7 до 17 годин будет закрытый рух по Речицким проспекте на участку от кольца гандлевое обсталявание до улицы Жукова. А так само на автодорозе М-10 мяжа Российской Федерации Гомель-Кобрин у районе могильного пахавання Рандовская будет ожицевляться двухбаковый рух по полосах сустречного накерунку. На двух остатних полосах будет организована стоянка для транспортных сродков. Белорусская чыгунка призначила на Радаўніцу додатковые техники эконом-класса межрегиональных линий. Такое решение принято в связи с увеличением в этот день пассажиропотоку. Один из додатковых техников Калинковичи Минск 25 красавіка отправится у 17.55. У столицу состав прибудет у 23.17. В вогуле белорусская чыгунка на выходные и святочные дни у красавіку и маи призначила больше за 70 додатковых техников. Подробязную информацию про накерунку и час отправления можно отримать на официальном сайте чыгунки. До інших тем. Конкурсы прихожості у Гомелі охапили шмат якія сферы. Это и студентское осяроддзе, и медицина, и вытворчасть. Выбрать самую прыгожую супрацоўницу вырашили и на Гомельском химичном заводе. Конкурс собрал 12 финалисток, представниц самых разных профессий. С претендентками на корону пераможцы познайомилася Ганна Каральчук. Замест звиклих кабінетів і цехов – подум. На його сьогодні вийшли 12 пригожих і відважних супрацовниць Гомельського хімзавода. Інженери, лаборанти, економісти і маркетологи. Упершиню у історії предприємства споборничують за титул самої привабної і талінавітої супрацовниці. Для кожної дівчини це велика відказність, бо у залі їх колеги і керівництво. Каб прыняць удзел у конкурсе, прыгажуні павінны былі прайсці кастынг. Ён уключаў сумоўе і запаўнення анкеты. А вось да знешніх параметраў асаблівых патрабаванняў не было. Галоўнае – добры настрой і упэўненасць у сабе. На працягу месяца фіналісткі працавалі над пастаноўкай шоу ў Цэнтры моды і прыгажосці «Хрустальная німфа». Разам з прафесіяналамі дзяўчыны трэніравалі грацыёзную паходку на занятках па дэфіле і навучаліся сучаснай харэаграфіі. Відны разительныя перемены ў всіх дзевачак, да, если сначала мы прышлі буквально не могли сделать пару шагов, то сейчас, конечно, вы сегодня все увидите, все будет шикарно и очень красиво. Самое сложное, наверное, для меня были некоторые элементы дефиле, потому что все-таки даже на высоких каблуках выстоять просто иногда тяжело, а ходить, когда ты нервничаешь, когда ты переживаешь, это особенное. Кожная дзяўчына старалася паказаць сябе з лепшага боку. Пасля прадстаўлення ўдзельніц гледачоў чакаў яркі і запальны танцавальны нумар. Ён стаў і праверкай таленту і артыстызму фіналістак, і дэманстрацыі аўтарскіх касцюмаў ад сталічнага дызайнера. Усе вобразы былі тэматычнымі – стылягі, марачкі і джазавыя красуні 20-х гадоў. Канкурсанткі адчувалі сябе на сцэне свабодна, былі жывымі і эмацыйнымі, чаго часам не хапае многім мадэлям. У выніку тытул другой віцэміс дастаўся інжынеру-тэхнолагу Марыі Кузьміной. Першы віцэміс стала дакументавед Оксана Сайкова. Карону і стужку пераможца атрымала аператар Алена Смусянок. Я работаю аператором ВМ в цехе двойного суперфосфата. А решила, почему пойти? Ну, это опыт для каждой девушки, наверное, очень интересный и важный в жизни. Надеюсь, что первый блин не будет комом и всем понравится. Это в дальнейшем будет такое традиционное мероприятие. На заводе очень много прекрасных, очаровательных женщин. Помимо того, что они умеют хорошо делать свою работу, они еще могут себя представить в других всевозможных, в том числе и конкурсах, либо в других действиях. Поэтому вот хотели проверить, действительно ли так. Ганна Каральчук, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі открыли новый велосезон. Ён стартаваў 26-километровым велопробегом по галоўных вуліцах областного центра. Ініцыятарам правядзення мерапрыемства выступила Федерация велосипедного спорта Гомельской области. Аматары актыўнага адпачынку собрались на площади Ленина. Причым велопробег объединял людей самых разных узростов. Около 1000 любителей велосипедного спорта собрались. С каждым годом прирост любителей и движения велосипедного спорта на территории Гомельской области, оно такое развивается, увеличивается, это радостно видеть, это сегодня мы примем массу удовольствия, массу впечатлений при движении 26 километров. Маршрут распачался на улице Советской. После удельники у сопровождения экипажа УДАИ накировались по автодорозе полночно-заходний обход Гомеля до Речицкого проспекта и далее про улицы Барыкина и Пролетарскую до финишу площади Ленина. Великая колонна рухалась с комфортной худкостью, каб усе змаглі вытрымаць дыстанцыю.
Со спортивными подеями больше подробязно вас познакомит мой коллега Максим Савин. А наш выпуск на этом завершенный. Сочите за новинами у эфира «Беларусь-4 Гомель» и на нашем официальном сайте tvrgomel.by. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфира.